Тверская городская дума организовала выездную встречу председателей советов территориальных органов самоуправления. На примерах конкретных домов они делились своим опытом. От муниципального парламента во встрече принял участие зампредседателя постоянного комитета по социальной политике Дмитрий Нечаев. ТОС «Затверецкий квартал» – один из самых молодых в Твери. Юридически он был зарегистрирован только в январе этого года. Однако сам процесс организации начался еще несколько лет назад, с момента ввода в эксплуатацию первых домов. Это также стало одной из проблем при создании территориального органа самоуправления. Люди изначально не понимали, для чего организуется ТОС. Вот. Разъясняли. Еще здесь у нас в поселке сложность была в том, что заселение было не одновременное. То есть это было на протяжении, наверное, 3-4 лет. Ну, потому что до сих пор поселок заселен где-то процентов на 70. Тем не менее, уже сейчас в ТОС «Затверецкий квартал» состоит несколько сотен жильцов этих домов. И Игорь Петров не сомневается, что за ними последуют и остальные новоселы. Ведь только самоорганизовавшись, можно решать текущие вопросы. Например, реконструкции детской площадки, которую тут проведут благодаря вступлению в программу поддержки местных инициатив. С тем, что территориальный орган самоуправления дает большие возможности, согласен и Александр Грошелев. Он руководит ТОС Мусоргского 4/53 с момента его создания, с 2011 года. За это время в доме удалось сделать немало. Мы организовали, значит, парковки, первое. Второе, значит, площадку детскую. Третье, гостевую парковку, видеонаблюдение. Все это руководители ТОСов подробно рассказали своим коллегам в ходе встреч, организованных Тверской городской думой. Принимавший участие в разговоре зампредседателя постоянного комитета по социальной политике Дмитрий Нечаев подчеркнул важность такого обмена опытом. Мы понимаем, что ситуация очень динамично меняется, и по прошествии каких-то там 3-4-10 лет мы все равно будем приходить вот к тем вариантам решения общих проблем, которые продвинутые, скажем так, ТОСы уже прошли. Тверская городская дума продолжит практику проведения таких встреч. Ведь опыт показывает, создание ТОСов – один из эффективнейших способов решения многих вопросов, возникающих у жильцов многоквартирных домов.